Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить игру Angry Birds Epic. Ну что же, забираем ежедневную награду. Не понял я, что нам выпало, конечно. Но, тем не менее. Ух ты, радужный бунт. Золотая свинья-копилка вошла в режим радужного бунта. Шанс выиграть эпические предметы и флаги увеличивается в 3 раза. Попытайтесь счастье. В 3 раза больше вероятность получить вещи из комплектов. Опачки, ребята, конечно же, мы будем сейчас с вами, как говорится, получать призы. Так, ну я уже это делал, что вы мне все время это тыкаете? Так, у меня 9 монеток, ребята, я даже не знаю. Ну, давайте попробуем разочек, запустим. И интересно, что же нам все-таки выпадет? Опачки, смотрите-ка, первобытное копье. 471 в плюсе, ого. Да, конечно, экипируем нашему Реду. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, тогда еще одну запустим. Так, размашистая сфера. Это у нас Чаку. Тоже, кстати, очень хороша. Оставляем. Ну что же, у нас 3 монетки. Давайте еще запустим. Может, что хорошее выпадет. Острый бумеранг. О, это нам выпало 3 братьям. Тоже очень с хорошей атакой. Да, конечно, мы оставляем. Ну, наверное, посмотрим видео тогда. Ну что же, я посмотрел, теперь давайте мне бесплатный шанс. Да-да-да, именно его. И что нам выпадает? Первоклассная сумка. Это у нас для Матильды. Да, ребята, ее звать Матильда, я в прошлый раз ее называл почему-то София. Простите. Видимо, о какой-то Софии я думал в этот момент. И почему-то она мне в голову засела. Так, что у нас тут? Александр Владимирович. Я узнаю этого братка по игре Hustle Castle. И он свою аватарку у меня будет теперь на стене. Так, давайте еще одно бесплатное вращение. Мощный флаг. Угу. Ну, он слабее будет, чем в данный момент у меня экипировано. Что, больше мы, наверное, здесь ничего не сможем сделать, да, я так понимаю? Так, ну что же, ребят, тогда давайте продолжать с вами наше путешествие. Так, здесь у нас Аня. Смотрите-ка, что-то можем мы здесь сделать. Так, у нас эта схема молот с уткой нам не нужна, потому что она слабее. У нас только здесь Начака. Да, Начака в плюсе. А здесь вообще все в минусе, кроме вот этого, да. Но это у нас опять же Матильде. Купить не хватает ресурсов, к сожалению, ребят, у меня. Ну, ладно, тогда что у нас по котлу? Я, кстати, думаю, может быть, все-таки сварить нам пару соков. Ну, 17 пятачков, я думаю, могу позволить себе потратить. Давайте одну все-таки сделаем. На будущее нам пригодится. Ух ты, выпадает 3 звезды. И получается в результате у нас 4 коктейля. Что ж, довольно недурно получается. Ну и, наверное, на этом все. Так, Олег Хардыкин бесплатно золотую свинью использовал, и у него заполнен радужный индикатор. Ну что ж, я его поздравляю, ему повезло. Так, ну а мы с вами идем далее. Вроде бы как бы здесь разобрались со всем, чем нам надо. И давайте наше продвижение. Так, мы здесь остановились, да нафиг мне ваш эпический пакет. Так, и что нам надо? Ага, здесь у нас бойня, ребят. Ну давайте глянем, сколько тут. 43 свинская мощь. Ну, думаю, разберем без проблем. Надо только определиться, кого возьмем. Может быть, взять нам Реда, Бума. И вот так вот. Давайте мы Чака, 3 братьев и Реда. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, здесь у нас один толстый свин. Ну и маленький подходим. В принципе, это все ерунда. Давайте. Ой, к сожалению, у Чака не та магия, которая мне нужна. Ну что ж, ладно, будем все равно бить этого толстого свина. Так, у меня еще есть 3 брата-акробата, у которых в руках бумеранг. Надо будет посмотреть, как они на этот раз будут им атаковать. Ну-ка, давайте-ка заценим. Слушайте, очень-очень хорошо атакует бумеранг. По крайней мере, по свине на 200 ударил, но... Сейчас свинья нас будет атаковать, ребята. И это очень и очень плохо. Чак, если честно, здесь мне как-то не очень уместен. Вот именно в этом бою. Ну, хорошо, что все у меня выжили. Ладно, продолжаем атаковать. И я думаю, нет, все-таки мы его не добьем. Хотя, может быть,
Вот так вот. Нет, у него почему-то какой-то иммунитет. Я не понимаю, откуда у него и почему он взялся. Но теперь там крышка. Да-да, ребята, ему крышка, и мы с вами проходим этот уровень. А, еще же мелкого. Про мелкого-то как-то мы забыли. Давайте, ну-ка. Эх, Ред даже не успел добить. Не хватило ему силы. Да, слабоват он у нас. Вот эти вот ребята, конечно, шпарят, будь здоров. Ну вот теперь мы точно с вами проходим этот уровень. Получаем сколько звезд? 2 всего, ладно. 2 так 2. Так. Колбочка и полено мы получили с вами. И я надеюсь, дальше будем с вами продвигаться вперед и только вперед. Что нас здесь ожидает? О, новая. Свинская тортуга. Пройди подземелье и получи кучу пятачков. Доступно каждый понедельник. Ага, это вот эта вот тортуга, значит. Ну, сегодня не понедельник, поэтому она закрыта. Слушайте, а я, насколько помню, у меня здесь что-то... Должны быть ресурсы. О, смотрите, это что такое? Ну-ка, давайте-ка здесь обязательно глянем. Свинская мощь. Всего 22. И награда 3 ящика. Интересно, что мы здесь с вами еще получим, кроме ящиков. По крайней мере, здесь нарисована вон она, золотая свинья. И что будет, если мы ее одолеем? Узнаем после того, как победим этих врагов. Как же мне нравятся вот эти три братика. Оружие они, конечно, просто атас. Бомбит очень жестко. Великолепно просто. Не пожалел я, что потратил монетки. Вот, конечно, у Реда как-то слабовато. Да, слабовато, потому что это у него не основное оружие, он бьет мечом. А мы ему какое-то копье взяли, это типа защиты. Так что по атаке у нас только синие птенчики выигрывают. Мы получаем 3 звезды, крутим с вами барабанчик, что выпадает? Выпадает 3 ящика, замечательно. Слушайте, я, честно говоря, думал, что мы с вами получим копилочку вот эту вот. Или разок хотя бы ее крутануть, но нет. Почему-то ничего такого нам не выпало. И что же мы теперь будем делать? Давайте-ка здесь обсмотримся. О, ребят, смотрите, камень. Ух, неплохо я нахапал. И если я не ошибаюсь, кстати, желтые ворота здесь. Так, ракушка молчит. И еще что-то должно быть. Если я не ошибаюсь, должен быть пень. Да, мы обычно с него собирали лут. Но я что-то его не могу никак найти. Так, давайте сюда глянем. Нет, сок из морковных... А, из морских ягод. Сок из морковки. Сок из морских ягод я не покупаю. Тем более он так дорого стоит. А вот и пень, ребята, он молчит. А давайте сюда рванем. У нас же есть как раз ключ для желтых ворот. Так, и вот, смотрите-ка, здесь у нас сундучок будет лежать. 51 свинская мощь. Думаю, с ними мы тоже без проблем разберемся. Так, ух, опять тут Марио у нас. Блин, нет, надо Чака заменять. Ну это не дело, ребят, ну атака какая-то у него хилая вообще. Даже, если я не ошибаюсь, молнию, которую он применял в тот раз, была намного сильнее. А сейчас это изнеможение или что он там вешает, ну, как-то слабовато. Так, ну давай. Нет, конечно нет. Так, одного мы добили, и еще осталось двое, и самый главный подхалим. Анти-Марио. Паш какой-то такой, знаете. Ну даже добить не смог, елки-ты-палки. Давай-ка перец. Вот и другой разговор. 356 урона мы нанесли этому пажу. С какой-то там, я не знаю, палкой в виде указателя. Ну, сейчас ему крантарики. Ну, не в этот ход, конечно же. Ну, а в следующем бомбанут у меня Ред и птички. И я думаю, что он упадет. Хотя... Нет, упал. Так, до уровня нам еще далеко. Еще только половину столбика мы набрали с вами по опыту. Так, забираем с вами звездочки. Давайте крутить и посмотрим, что нам выпадет. Так, семечки, бревно и колба. Что ж, неплохо в хозяйстве, как говорится, у нас все пригодится, а тем более ресурсы. Тут, да, ресурсы, наверное, будут получше, чем деньги. И забираем что-то. Мастерство повышено. Здоровье и атака класса твоих птиц выросло на 2% за уровень. Мастерство можно получить в битвах Додзе Могучего Орла и за награды. Так, что у нас тут? А, мы еще должны будем подраться за этот сундучок.
Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Только уберем Реда отсюда, еще из нашей команды. Он нам как бы здесь не нужен. Ну и попробуем, что тут за сундук такой хорошенький, так скажем, лежит. Так, ребята, у нас опять здесь будет несколько волн. Посмотрите, три волны. Ну, первая вроде бы так себе, разбирается легко. Дальше посмотрим, что будет. Так, споткнулся, отлично. А этот бьет Матильду. Ну, а мы с вами обкасовываемся по полной программе. Так, Матильда, и атакуем. У нас есть подхил, у нас есть усиленная атака. В принципе, должны с этими справиться, хламонами. Ну, это только первая волна, правда. Но, тем не менее, ну-ка. Эх, чуть-чуть не хватило. Так, готов. И остались два дурачка с прутиками. Этих свинюшек мы, в принципе, сейчас быстренько заколбасим. Они даже вякнуть ничего не успеют. Ай, капельку не хватило. Ну, давай, Матильда, отлично. Ну что же, переходим мы с вами ко второй волне. Там не за горами и третья. Ага, они сами к нам пришли, ладно. Может быть, перец бомбануть, ребят, как вы думаете, а? Так. Ну давай, бомб. Добили. В принципе, тут у нас осталась только лишь свинья и маленький свин-воришка. Ну, а мы будем с вами атаковать. Хотя, подождите, ребят, давайте мы обкастуемся, наверное, с вами, да? Отхил. Так, усиленная атака. Все, теперь можно и бомбить. А то чуть было не проворонил я этот момент. Куда ты лезешь, а? Ну вот куда ты лезешь? Смотри, не добили, а? Так, Матильда сделала, и наши братья стреляют. Так, свин сейчас ударит. Ой, больно будет. Ого, вот это он, ребята, бомбанул. Вы сами прекрасно видели, мои птички сразу откатились назад. Ну, то есть они погибли. Так, ладно. Давай вот так вот сделаем и отхил. Ребят, если что, у меня есть перец, бомб. Я больше чем уверен, под гневом его расколбасит. Но мы попробуем его разбить своими силами. Так, удар очередной. Он выдерживает у меня. Так, атака. Да, мы его, ребята, загасим, потому что он сейчас будет два хода думать, что ему сделать. И в этот момент мы его разбираем. Отлично, просто шикарно. Жалко, конечно, что у меня братья Джеймсы погибли. Ну, а здесь будем перец применять, ребят. Давай бомб устроим там. Просто замечательно, просто великолепно было сделано. И их тут осталось трое. Ну, я уж думаю, мы здесь одолеем их всех. Лишь бы не погиб у меня бомб. Так, давай, Матильда, отлично. Сделал ты свое дело, причем довольно хорошо. И остался лишь один свиненок. Что он такое сделал? А, он ее пометил, мою Матильдочку. Типа, атакуйте. Но атаковать некому, кроме тебя самого. Так что я боюсь, ты тут проиграешь, свиненок. Кстати, это у нас последняя волна. И я бы сказал, даже больше у нас здесь последний свиненок остался. На. А, чуть-чуть не хватило, а, чтобы его убить. Да что ж ты будешь делать, а? Какой живучий. На, теперь получи. Ну что ж, ребята, мы прошли с вами три волны и дошли до сундучка. Интересно, что он нам даст. Хочется очень сильно посмотреть. Ух ты, мы еще получили три звезды, несмотря на то, что у меня Джеймс, Джей и Джейк погибли. Так, семечки, камень и колбу мы получаем. Так, давайте мне срочно сундук, я хочу посмотреть, что в нем будет. Наверное, опять реворд или еще что-нибудь. Или какие-нибудь предметы. Ну-ка, вскрываем. 50 пятачков и один коктейль. Ну что ж, ребят, я думаю, что это неплохо. Все-таки коктейль и 50 пятачков. Так, что здесь можно еще, ребят, нам посмотреть? Ну, я, по крайней мере, ничего здесь хорошего не вижу для нас. Нам надо двигаться дальше тогда по сюжетной линии. А где мы с вами остановились-то, я уже забыл. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, куда же нам идти-то? Ага, вот, вот здесь, ребят, мы остановились с вами. Давайте вот сюда мы тогда передвигаться будем. Так, оу-оу, 136 свинской мощи. Ничего себе, ребята, вот это... Это жесть. Так, а что у нас такое рядышком? Ну-ка, давайте сюда перебазируемся. Ну вот, 81. Вот мы с них, наверное, пожалуй, и начнем. Ну, а теми мы займемся чуть-чуть попозже. Вначале мы этих сейчас разбомбим всех. Так, их тут четверо. А, нет, ребята, здесь у нас опять будет их череда. Ну что ж, давайте тогда мы укрепились.
подхилились и начнем бомбить. Так, успокойся, успокойся, свиное рыло. На-ка, получи. Давайте этого добьем. И добьем. Отлично. Так, здесь у нас осталось двое. Ну, давайте этого начнем атаковать. Еще разок. Ага, выжил все-таки. Ну что ж, хорошо. Так, у нас скоро перец подготовится, мы его тратить не будем. Ну что ж такое-то, я думал добьем. Не получилось. Все, остался у нас последний на этой волне. Так, и вот так сделаем. Все, сейчас мы переходим ко второй фазе. И у нас здесь маг. Ну что же, давайте тогда его атаковать. Так, отлично. Ну, добить у нас не получилось. Ну, недолго ему тут радоваться. Он пока тут думать будет. Сейчас мы его атаковать начнем. Давай, попробуй добить. Чуть-чуть не хватило. Бум, отлично. Так, ну, а этими сосунками мы сейчас займемся по-быренькому. Этот у нас готов. И все, отлично. Последняя волна, которую, я думаю, мы пройдем без проблем с вами. И здесь у нас, ага, два пирата, три пирата. Ну, я даже не знаю, можно перец, давайте-ка так сделаем. Ух ты, шикарно. Один минус. Ну, я думаю, сейчас... Нет, не сможем мы добить. Хорошо. Это пока еще терпимо. Все равно здесь победа будет за нами. Так. И теперь добиваем. Остался у нас один свин. Тихо, тихо, Матильда. Держись, родная. Сейчас мы пройдем эту зону. Ну что, все. В принципе, никаких особых проблем не было. Получаем с вами 3 звезды. Замечательно. И рулеточка. Ну-ка, выпади-ка нам. Нет, не выпало. Ну и ладно. В принципе, и так все нормально. Ох, единственное, не знаю, как нам нападать. 136 тысяч мощей свинской. Довольно сильный враг. А что это у нас здесь? Такое за магазинчик. Жулики и птица дождь. Ага, ну давайте, наверное, возьмем жулики. Потому что нам нужно наших птичек одевать. Тренировочные. Это, по идее, мы взяли с вами рецепт. Сейчас мы это глянем по-быренькому, что изменилось. Так, почему-то у Чака... Что? Ну... Тут у нас ничего нету. Здесь, ну, магазин. В магазине все покупается за деньги. Ага, и за золотые монеты. Ну, столько золотых монет набить, я думаю, что это просто здесь нереально пока, в данный момент. У меня всего одна монетка. Хотя плюшки очень хорошие. И скрафтить, я думаю, у нас тоже ничего не получится, потому что не хватает ресурсов элементарно. Так, да-да, ребят. Тут бесполезно. 8 ракушек, у меня их нету столько. Покупать я не буду, у меня и денег нету. Ладно, тогда отсюда, наверное, мы выходим. И будем с вами, наверное, атаковать. Пытаться как-то осилить. Ух, не знаю, что у нас из этого получится. Но деваться некуда. Хотя мы можем пойти наверх. Но я думаю, что все-таки надо здесь разобраться. И, как говорится, была не была. А что это такое плюс один? Ну-ка, давайте глянем. Ага, я могу нанимать. Ребят, смотрите. Все знакомые лица с Hustle Castle. Ну что ж, давайте тогда с вами, наверное, возьмем. Ну, я думаю, это будет, наверное, синяя птичка. Точнее, птички. Давайте возьмем вот этого. Мне он больше всего нравится. С роботом еще с каким-то. Что он будет делать, очень интересно. Да, в принципе, мы таким отрядом и пойдем. Ух, сейчас мы глянем, кто здесь у нас будет. Ёлки-палки, сколько вас здесь много, да еще и плюс 5 волн. Ё-моё. Так, давайте укрепимся по полной программе. Надеюсь, мы здесь выживем.
Ну, пока атакуют так себе. Ничего критичного я не вижу. И сейчас мы с вами проверим нанятую мной птицу. Ну-ка, бомби. Ох ты, ничего себе у него атака. Неплохо. И нанимаю, я так понимаю, я его на один всего лишь бой. Ну, я думаю, мне этого будет достаточно, чтобы пройти. Давайте добивать. Отлично. И у нас с вами вторая волна. Кто у нас тут будет? Ага, жирный свин. Ну и трое поменьше. Слушайте, замечательная вот эта птичка. Очень хороший у нее урон. Тем более массовый. Надо будет запомнить этого робота. И если у меня выпадет рецепт на него, конечно же, скрафтить. Ну, добьем, нет? Ну, попробуем. Да, все получилось великолепно. И у нас третья волна. Плюс мы получили с вами новый уровень. Ну что ж, давайте сразу атаковать. Отлично. Перец. И всем хана, наверное, да? Нет. Одна свинья еще осталась. Ну, недолго ей здесь танцевать. Сейчас мы ее добьем. И переходим. Переходим с вами к четвертой, предпоследней волне. Так, у нас здесь шаман, пират и типа капитан. На-ка, выкуси. О, этот пиратишка мелкий сразу отдуплился. И у нас остается здесь шаман и здоровая свинья. Давайте, наверное, вот так вот сделаем, чтобы он не подхиливал его в дальнейшем. Ах, не получилось у меня обоих добить. Так, успокойся, успокойся. Все, вот теперь мы точно добиваем. Причем обоих. У меня еще мастерство там подросло, я смотрю. И последний у нас капитан. На, получи. Ого, удар он держит, это однозначно. Но... Так, атака на 82. Хорошо, продолжаем его разбирать. Так. Ну-ка. Все, ребят, пол хп мы ему снесли. Он опять там начинает что-то колдовать. А ну-ка давайте посмотрим, что у него под перцем. Ёлки-палки, вот это вот дамаг. Вот это я понимаю, ребят. И мы проходим эту локацию с вами. Что интересно, я за это получу хорошего. Так. Три звезды мне дали. Оу, пятачки. 60, 25 и 15. Довольно неплохо, я считаю. Деньги здесь нужны. Ну что, ребята, в принципе, можно на этом и заканчивать. Сейчас мы только посмотрим, что мы тут заработали с вами. Так, показывайте мне. Ага, новый уровень, 13 у нас. И мастерство повышено, x2. На 2% у нас подросло все. Ну что же, в принципе и хорошо. Давайте мы тогда на этом закончим наш выпуск и уже встретимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых видосиков, как говорится. Всем пока, ребята, и удачи вам.